Всем привет! Сегодня я расскажу про крипт. Крипт – это рейли, на приземлении у которого вы разворачиваете доску на 180 градусов и приземляете ее в тусайд. Для того, чтобы сделать крипт, изначально нужно уметь делать рейли и немного ездить в тусайде. На крипт вы заходите точно так же, как и на рейли, отталкиваетесь, отводите доску как можно дальше назад. После этого, когда почувствовали, что уже началось приземление, тянете планку к заднему бедру. В этот момент разворачиваете доску на 180 градусов и приземляетесь. Иногда на приземлении удобнее отпустить переднюю руку и держаться только задней. Если не хватает времени на то, чтобы поменять стойку и развернуть доску, значит, было плохое отталкивание, в следующий раз отталкивайтесь лучше. Чтобы было проще развернуть доску в тусайд, при отталкивании посылайте ее не просто назад, а немного в сторону. Спасибо за внимание, и в следующий раз мы усложним еще один трюк приземлением в тусайд, и это будет бэкролл.